40-го. 40-го года рождения. А как у вас фамилия? Иван Павлович Снизаревский. Иван Павлович Снизаревский, да. Ну, расскажите про первый чемпионат. Чемпионат был очень шикарный, ребята. Все это было под эгидой ДОСАФ. Была собрана команда с Севастополя, две команды с Симферополя, с Ялты команда с Феодосии и с Керчи. Мы туда приехали в клуб ДОСАФ на Гилморе в Керчи. Там все расположились и давай плавать. Это вы про 72-й год говорите? Да, я вам говорю про 72-й год. Ребята, сейчас уже никого нету с этих, все уже поумирали, остался. Один абориген, ребят, один. Так как вы обстреляли дюбу, расскажите вот про тюбу. Я вам расскажу. Сборная и Ялты, и Севастополь. Они привыкли на больших глубинах видно. Ну там же это троеборье было тогда. Но основное это 60% это рыба давало. Первый раз мы поехали в Керчь, в Таманский залив, мы знали этот берег. Этих керчане, они плохо стреляли, им это было неинтересно. Вот, мы там хорошо, но мелко, там же очень мелко. Но единственное преимущество Таманского залива, в любую погоду вода идеально чистая, и рыбы всегда полно. Чубарочка, их кефали, их камбалу можно встретить. Лобаны такие вдруг из-за куста. Вот. И мы там набили. На другой день Севастополь, это как главный судья был из Севастополя, сказали, поехали аж на тот берег под Кавказский берег, там где глубины большие, мы вам покажем. Поехали туда, сборная Севастополя убила 2 лобана, сборная Феодосии 7. И в первый день штук 5 убили. Вот у меня даже имеется фотография, первый чемпион Крыма, это Мерзляков Владимир Александрович. Вот это он первый чемпион. Вот у меня я заплатил. Ну конечно, все можно, ребята. Я вам что интересно. Я кто? Вы мне, ребята, я там жил 10 лет. Сначала улица Чашника Севастополя, а потом на Советскую, напротив третьей школы. Закончив там техникум на Гоголя 14. Меня направили на почтовый ящик 116. Это Приморский судостроительный завод. В Приморском. 15 км. Да, вон. Ну, где большой квадратный этот? Да. Вот это вот здание. Я все 50 лет я там проработал. Знаешь,